В американском штате Калифорния пассажирский автобус столкнулся с большегрузом. По данным дорожной полиции, катастрофа произошла в 160 километрах от столицы штата Сакраменто. В салоне автобуса в момент аварии находились 46 человек. Это были в основном студенты, направлявшиеся на образовательную экскурсию. В результате столкновения погибли 7 студентов и 2 водителя. Десятки человек получили ранения. Оба транспортных средства после лобового столкновения загорелись. На месте ДТП работают спасатели.